Мы помним. Эти слова могут сказать те, кто в эти майские дни принимает участие в акциях, посвященных главному празднику в нашей стране – Дню Великой Победы. Сегодня в деревне Ощерино состоялось торжественное ежегодное мероприятие «Вахта памяти». Здесь собрались представители администрации сельского поселения Развилковское, жители деревни, учащиеся Развилковской школы и колледжа Московия, а также воспитанники детского сада «Золотая рыбка». Для них особенно важно знать о тех страшных годах, которые пришлось пережить поколению ветеранов. День Победы – это когда закончилась война. Когда наши прабабушки и прадедушки воевали и закончили войну. Ребята прочитали стихи на военную тематику и вместе со взрослыми возложили цветы к памятнику жителям деревни Ощерино, погибшим в годы войны. Коренные жители деревни не могли сдержать слез, вспоминая тех, кто не вернулся с полей сражений. 5 человек из семьи погибло. Отец мой тоже здесь вот в памятнике погиб уже в Польше. Много погибло людей. Принимавшие участие в мероприятии юноши и девушки отмечали, что со временем они осознали, что День Победы не просто праздник, а особенный день для каждого жителя нашей страны. У меня прям слезы на глазах, и я говорю спасибо большое, кто дал возможность нам жить сейчас. Печаль чувствую, то, что гордость, печаль, вот, и слезы на глазах, и спасибо большое. Память о воинах-победителях будет жить вечно, пока мы, их потомки, помним о них. Несмотря на то, что эти события печальные уходят от нас все дальше и дальше, тем не менее люди все больше и чаще выходят на такие мероприятия. Это радует. Это значит, что никто не забыт, ничто не забыто. И сегодняшний и праздничный, и грустный день мы встречаем вот так вот вместе. Торжественные митинги в эти праздничные дни прошли во всех 7 деревнях сельского поселения Развилковское.